В 11-й серии 20-го сезона сериала «Тайны следствия» ранним утром в гаражном кооперативе найдена машина с двумя пострадавшими Проценко и Кулагиным. Проценко продал Кулагин свою машину. Приятели сначала обмывали сделку, а потом перешли к выяснениям отношений. Кулагин в больнице скончался от ранений, Проценко не отпирался и сразу подписал чистосердечное признание, но обычная бытовая ссора неожиданно выводит следствие на другое преступление. При осмотре гаража эксперты находят отпечатки объявленного в розыск бизнесмена Пчелкина. Кораблев с Калимуллиным обыскивают загородный дом Артамонова, но вместо похищенного Пчелкина находят свиное хозяйство и двух агрессивных алкоголиков. Они понимают, что это был ложный след. Кораблев замечает странности в поведении жены Пчелкина. Похоже, она собирает деньги на выкуп.